Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, перед нами Xiaomi 11T Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как просканировать QR-код на данном устройстве. Делается это очень просто. Мы открываем камеру, дальше берем наш QR-код, давайте я его поставлю где-то здесь, просто наводимся камерой на него, и у нас справа снизу появляется вот такой вот квадратик. Нажимаем на него и нажимаем «Перейти на сайт». И все, нас перекидывает на сайт, на который ведет QR-код. Есть второй способ. Для этого мы нажимаем сюда, нажимаем справа сверху на второй вот этот значок, после чего нас перекидывает в Google Lens. Мы также наводимся им на QR-код. И у нас должен просканироваться он. Почему-то у меня не просканировался. Давайте сделаем вторую попытку. Вот. Теперь мне написано, что этот QR-код ведет на сайт HardRessetInfo. На секунду, по крайней мере, написала. Нажимаем сюда. И вот мы перешли на наш любимый сайт. И вам тоже советуем на него зайти. Больше видео об этом устройстве можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего доброго. До свидания.